Новый удобный пандус, место для парковки автотранспорта инвалидов, кнопку вызова помощника и даже специальные таблички со шрифтом Брайля установили в одном из крупных торговых центров города. Полтора года назад администрация центра обратилась за консультацией по созданию доступной среды. Тогда рабочая группа определила условия, необходимые для комфортного пребывания инвалидов на территории центра. Кнопка вызова помощника, она расположена легко, доступно, до нее дотянулись и слепые нашли, до нее дотянулись и колясочники и нашли. И самое главное, на вызов кнопки помощника среагировали сотрудники магазина. И вот торговый центр со множеством магазинов готов к проверке. По результатам он получил положительную оценку не только специалистов, но и самих представителей обществ инвалидов города. Чтобы город стал еще более доступным для маломобильных граждан, необходимо, конечно же, чтобы к реализации программы «Доступная среда» присоединялись и организации всех форм собственности. Говорит Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. По словам экспертов, откликнулись на призыв создания комфортных условий для маломобильных граждан многие предприятия, от больших торговых центров до маленьких компаний. Ольга Продан, новости на Восьмом.